pasaporte. Yo sé que llevo un bolígrafo para marcar publicidad. ¿Dos años? ¿Cómo lo vemos? La Z, estoy a los aquí. No hay el otro paso. ¿Con nuestra voluntad? Yo no quiero. ¿Y encuentro nuestra voluntad? Yo no quiero. Bueno, nada, que quiero dar las gracias a la policía de Rusia por... Yo que tengo que aceptar contratarnos, estoy pariente de sí. Por el enorme esfuerzo que han hecho por recuperar mi mochila que llevaba perdida 24 horas. За то, что они нашли мой рюкзак, который я искала 24 часа. Моя пиратская карточка, и я выражаю благодарность за то, что наконец-то я смогла. А в Саранске, то есть поезд в Саранске нужно. Как вы оцениваете работу полицейских в целом? Чувствуете ли вы себя в Москве безопасно? Нравится ли вам Москва? И работа сотрудников полиции, она видна на улицах города Москвы? И ну, вот с вопросом безопасности именно. Вы как турист, чувствуете ли вы себя безопасно благодаря полицейским в Москве? Безусловно, я могу сказать, что полиция работает восхитительно. Мы пробыли с полицейскими ночи, и на следующий день мы даже позавтракали вместе, мы очень много разговаривали, и они в срок менее 24 часов нашли мой рюкзак. Мы находились в Праге за день до того, как мы приехали сюда, в Москву. Я приехала вместе со своим другом. Мой брат приезжал на день позже. Мы приехали с моим другом в Москву, прилетели и поехали посмотреть город. И потом, когда возвращались в аэропорт, чтобы встретить моего брата, там в автобусе я потеряла свой рюкзак. Который следовал до аэропорта? En el bus que iba al aeropuerto. Sí, да. Просто забыли вещи, я так понимаю? Se le olvidó, ¿verdad? Se me olvidó. Да, забыли. Ваши дальнейшие действия каковы были? ¿Cuáles eran sus pasos? Pues me puse muy nerviosa, me puse a llorar, porque ya, dado que no tenía mi documentación, ya no podía asistir a ningún partido de Perú, porque aún no había sacado mi... Что было со мной? Я очень распереживалась, я расплакалась и не знала, что делать. Мы поехали встречать моего брата, встретили, искали, мы подождали, думали, что пока, может быть, автобус вернется, и, может быть, мы сможем найти рюкзак там, но тот же водитель не вернулся, рюкзака не было. Мы прождали очень долго, далее на следующее утро мы тоже пошли опять на эту остановку, думали, может быть, мы увидим этого водителя, его опять не было, и уже на следующий день мы пошли в полицию, заявили о том, что произошло. Полиция сработала очень оперативно, нас очень быстро обслужили. Я уже собиралась улетать из Москвы, но да, действительно, полиция очень быстро сработала и нашли рюкзак. Перу-Динамарка. И сейчас как раз я могу уже остаться в России, чтобы посмотреть матч Перу-Дания. Я не понял.